В конце прошлого года в Чебоксарах начали строить новый корпус инфекционной больницы. Этот проект на личном контроле министра здравоохранения Чувашии. Сегодня Владимир Викторов побывал на объекте, пообщался со строителями, обсудил текущие вопросы. Сейчас работы идут согласно графику, без отставания. Закончено устройство фундаментной плиты, на очереди обустройство гидроизоляции подвала, установка модульной котельной, газовой трубы к ней, перенос инженерных сетей. Строителям также предстоит возвести второй этаж, построить надземный переход. Между основным зданием больницы и зданием стационара планируется переходная теплая галерея, которая будет эксплуатировать и позволит каталке переехать с одного лифта на другой лифт, с одного здания в другое здание, без выхода на улицу, без контакта с внешним миром. С введением в эксплуатацию нового здания увеличится и количество койко-мест до 50, так необходимых больнице. Общая стоимость объекта составляет более 445 миллионов рублей. За счет государственной программы Чувашской республики развития здравоохранения, да, деньги были выделены сперва с республиканского бюджета, потом обращение главы республики федеральной правительства, и 208 миллионов рублей придет по национальному проекту развития детского здравоохранения. Первых пациентов здесь примут уже в начале 2020 года. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Рюзюков, Республика.